По Пионерской возле Ростелекома стоит таксофон. Зачем? Неужели ими кто-то пользуется? Сейчас мобильник у каждого. Недоумевает Сергей Пряшников. Пользуются не очень часто, но пользуются. Эти таксофоны стоят в каждом населенном пункте области. 569 таксофонов сейчас у нас по области, они все работают. И с них можно как вызвать там экстренные службы, так и позвонить друзьям, родным, коллегам. Можно и на него позвонить. Подскажите, пожалуйста, кто должен платить за отопление подъездов многоквартирных домов? Попросил Иннокентий Карманов. В состав тарифа на тепловую энергию входят помещения жилые и нежилые многоквартирного жилого дома, а также туда включены подъезды и лестничные клетки, которые входят в имущество многоквартирного жилого дома. Следовательно, отопление подъездов уже входит в тариф, который мы и оплачиваем. Хочу растить орхидеи, а они не хотят. Которую подряд мне родня дарит, умирают. Говорят, им нужен хитрый полив. Какой? Я уже все способы перепробовала, пожаловалась Зинаида Юсева. Орхидея не любит, когда у нее застаивается вода. То есть ее нужно поместить в емкость с водой, подержать 2-3 минуты, дать стечь и поставить на место. Такая процедура летом обычно 2-3 раза в неделю. Зимой можно свести поверхность к минимуму до 1 раза в неделю. Когда организуют экскурсии на космодром Восточный и будут ли туры на запуск первой ракеты, поинтересовалась Элина Загорская. Как только будет построена инфраструктура и будут смотровые площадки, пока возим в ЗАТО Углегорск в музей космонавтики. Что касается туров на первый запуск, вдоль по федеральной трассе расположены смотровые площадки. Просьба не забывать, что космодром Восточный в первую очередь это объект повышенной опасности, а не туристическо-развлекательный комплекс.